Работы народного художника России Виктора Шилова поражают своей реалистичностью. На картинах – лица героев. Каждая деталь портрета передана с удивительной точностью. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» в Химках презентовали работы художника. Для меня очень важно, когда я встречался и стал работать в Сирии ветеранов Великой Отечественной войны, кто воевал, кто защищал нашу Родину. Это огромная честь общаться, писать таких людей. Одна из работ – портрет химчанина, ветерана Великой Отечественной войны Юрия Двойкина. Юрий Парфеньевич известен благодаря своей многолетней патриотической работе. Он стоял у истоков ветеранского движения в регионе, организовывал экскурсии к местам боев, выступал перед школьниками и трудовыми коллективами. Особо приятно, когда на картинах, на портретах наши ветераны, ветераны Великой Отечественной войны, это преемственность поколения, которую нам подарил сегодня художник, это одна из картин Юрия Парфеньевича, ветерана Великой Отечественной войны, который, к сожалению, сегодня не смог прийти, но ему передали картину, его портрет. Перед вручением финальный штрих – подпись автора с наилучшими пожеланиями. Картину передали представители Управления социальных коммуникаций округа. На мероприятии свои изобразительные таланты проявили и юные химчане. Они писали трогательные патриотические картины. Настоящее везение – получить небольшой мастер-класс от такого именитого художника, как Виктор Викторович Шилов. Молодец. Нормально, хорошо. Следующая стадия – черный квадрат болеющий. Пока треугольники. В музейно-выставочном комплексе «Артишок» для химчан подготовили насыщенную программу зимнего сезона. Каждые выходные будут проходить разнообразные мероприятия – мастер-классы, экскурсии и новогодние представления. Афишу мероприятий можно найти на сайте комплекса. Елена Тараненко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.